цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Дутики и Саманта всегда были лидером продаж на нашем телеканале. Вот последний раз я даже статистику себе выписала. Более 7500 пар было заказано. Ты представляешь? Вот. То есть смотри, дутики нравятся нашим телезрителям. Сегодня мы представляем их как главное предложение только одного дня. Максимально снижена цена. 2800 рублей – это ваша скидка. Завтра уже такого предложения не будет. Давайте сегодня его выбирать. Наташи Федотовой, вашим личным экспертом. Кстати, Наташа участвует в разработке многих моделей, которые мы представляем на шоп-н-шоу. Наташа, что? Тем более я очень рада. Вот дутики Саманта. Почему лично я их люблю? Именно в разработке зимней обуви я очень много раз принимала участие, и я уже знаю, какие требования мы, женщины, к этой обуви предъявляем. И всем этим требованиям соответствуют дутики Саманта. Во-первых, благодаря утеплителю, в который входит 50% натуральной овечьей шерсти, в них будет тепло до минус 25 градусов. Толстая подошва из термопластичной резины. Оль, знаешь, что она здесь делает? Она помогает шерсти сохранять тепло, поэтому тебе всегда будет комфортно. Кроме того, это конструкция повышенного комфорта, за счет чего здесь не только десятая полнота в ступне, здесь широкое голенище со встроенным дополнительным клапаном. Это и защита, и плюс ко всему, это дополнительные 8 сантиметров для полной голени. Вот сразу, чтобы не быть голословной, хочу к нашей Даше обратиться и попросить Даша, ее сделать привет! Замеры. Привет, Дашунечка. Привет, Даша. Давайте замерим. Присаживайся. Да, и покажи нам, пожалуйста, насколько хорошо и легко они сели. То есть у Даши голень нестандартная, мы это уже видим. Даша, вооружайся сантиметром и показывай, сколько у нас действительно. На самом деле, Наташа, это действительно проблема, потому что пышные женщины с полненькими ножками вообще не могут для себя даже иногда ботинки короткие заказать. Вот посмотри, у Даши сейчас все еще будет запасом, потому что здесь конструкторы уже встроили широкое голенище плюс дополнительный клапан. Итак, 44 сантиметра. И это не 45 даже, и это не самая широкая часть Дашиной голени. Даша, покажи ручками, сколько места благодаря клапану у тебя осталось. Это плюс 8 сантиметров, прекрасно. То есть даже 50 с лишним сантиметров обхват голени будут совершенно свободно себя чувствовать. Дуйте как Саманта. Мало того, у нас водоотталкивающая конструкция. Мы скоро вернемся к нашему эксперименту, потому что у нас специальная обработка полимером Апсоюзки, у нас специальная подошва, и мы уже один из дутиков погрузили в аквариум. Здесь снег перемешанный с водой, и вы убедитесь, что ваши ноги будут сухими. Прекрасно, выйдем сухими из воды, и они очень симпатичные от себя добавлю. Прям вот классно выглядят. Обычно, знаешь, такие дутики, они скучные и банальные, а здесь прям вот потрясающий, женственный. Белый цвет сейчас на экране. Еще у нас есть серый, синий, бордовый оттенок и черный цвет. Выбирайте для себя любой оттенок. Размеры у нас от 36 до 41. И, внимание, цена. Сегодня максимально снижена цена на данное предложение. Цена только сегодня действует на нашем телеканале. Скидка 2800 рублей. Кстати, на скидку моя мама точно закажет, и мне тоже дутики. Правильно. Она всегда так делает и для себя, и для доченьки. Все правильно, как все мамочки. Итак, скидка 2800, с учетом скидки получается цена 1999 рублей. Это выгодное предложение только одного дня. Успейте его заказать как можно скорее. Утепляйтесь, скоро зима, чтобы ножки не замерзали. Мы предлагаем вам хит продаж, который проверен многими телезрителями. Кстати, это еще и отличный повод дозвониться впервые. Потому что я считаю так, начать знакомство шоп-н-шоу нужно с самых выгодных предложений. А это лидер сегодняшнего дня. Знаете, вот такими дутиками я спасалась в прошлом году. С детьми, когда гуляешь, они-то бегают, им не холодно. А я-то на одном месте стою, ожидаю, смотрю за ними. Ноги жутко замерзали раньше. Но с дутиками с такими вообще не замерзать. Причем, знаешь, как в прошлом году гуляли в Коломенском. Это парк у нас недалеко от дома. А, не холодно на улице было полтора часа. Потом пошли в кафе чаечек с блинами попить. У меня ноги там не спрели, потому что, знаешь, когда тепло на улице, бывает неприятно в помещении. Вообще было идеально. Оль, ну у тебя, наверное, тоже было утепление с натуральной шерстью. Вот это очень важно. Мне очень нравится. Вот только потрогай эту натуральную шерсть. Здесь эко-мех и 50% овечья шерсть. Во-первых, это натуральное сухое тепло. Ты чувствуешь, вот прикоснись к нему, тут же натуральная шерсть начинает тебе это тепло отдавать. Мало того, это, конечно же, еще и гигроскопичность, поэтому у тебя никогда не будет эффекта парника. Это действительно очень здорово. Толстая подошва из термопластичной резины. Это почему здорово? Она будет помогать натуральной шерсти сохранять тепло. То есть сугробы, снег, холод от них не проникнет внутрь. Это действительно из
здоровье и комфорт. То есть, конечно же, здесь о нас конструкторы позаботились. Вот и новеечка хорошенькая, которая будет заботиться о вашем здоровье. Ну, представьте, на улицу выйдете и больше замерзать не будет. Не будете, а значит, и болеть больше не будете. Вот, ваше здоровье сегодня за 1999 рублей. Торопитесь сделать свой заказ, пока действует максимально сниженная цена, пока все размеры в наличии. Готовимся к зиме без наценок. Главное предложение дня. Ну, а как, кстати, выбрать размер? Давай сейчас тоже узнаем. Оль, выбираем размер в размер и сразу убеждаемся, вот возвращаемся к нашему эксперименту. Смотри, это снег, перемешанный так с водой. Видишь, все это время один из дутиков Саманта у нас стоял погруженный в него. Причем именно стык подошвы погружен. Он не промокнет, я сейчас беру сухую салфетку, погружаю внутрь. У нас есть специальная полимерная защита нашей обсоюзки. То есть как раз видишь вот это вот стык подошвы и верха дутиков. И мы сейчас убеждаемся, что благодаря этой защите, новейшим материалам, новейшим технологиям, вода внутрь не проникает. И теперь, даже если на улице посыпали реагентами, если подтаяли сугробы, мы знаем, что ноги наши останутся сухими. Выйдем сухими из воды. Здесь, знаешь, песню даже хочется спеть. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои дутики со мной. Итак, друзья, главное предложение только сегодняшнего дня. Действительно, вспомните. На улице зимой, когда выходим, вроде бы снег, а ноги промокают. У меня у детей такая же история. Здесь выйдем сухими, ноги не промокают, значит, опять же, болеть не будем. Еще и чистыми, кстати. Вот. Кстати, многие сейчас подумают, белый цвет, очень хочется, красивый, но я не буду его заказывать, потому что он марки. А вот теперь давай проведем еще один эксперимент. Я уже тебе сказала, что даже наш верхний материал уже обладает заводской специальной пропиткой. И даже если ты попала в грязь, ты просто поливаешь водой, можешь еще вооружиться губкой, и дутики будут выглядеть идеально. Великолепно, поэтому белоснежный оттенок возьмите на вооружение, заказывайте, не бойтесь. Уникальные дутики, которые не боятся грязи, дутики, которые не промокают. Внутри, помните, овечка, тепленькая, хорошенькая, которая будет нас согревать. А значит, и с вами мы болеть больше не будем. Главное предложение только одного дня. Пусть это будет ваша первая покупка. Максимально сэкономьте и давайте подружимся. Это телеканал Шоппинг Шоу и дутики Саманта.